Всем привет, ребят! Это опять Китайка, и сегодня мы опять забрали кучу акций. Сейчас я быстренько хочу позабирать акции, которые пропадут через 5 минут, если успею, конечно же. И пройдемся, прокачаем немножко наш аккаунт. То мы с выходом основной обновы на нашем сервере полностью забили на Китайку целый день. Хорошо, что вспомнил, что скоро будет полночь. Так, собираем. Все больше и больше акций, все меньше и меньше времени. Не успею уже все забрать. Так. Есть. Четыре минуты осталось. На Китайке так до сих пор не ввели его. Странно. Я на русском уже успел кучу перекачать разных героев, попрокачивать скиллы все. Тут мы все сидим и ждем. Огнекрыл, конечно, на Китайке был бы очень-очень нужен. Так. Сейчас я не знаю, что мы тут позабираем. Так, эта акция есть. Что тут за акция? Так, понятно. Так, тут опять на какую-то покупку что-то. И за последнее. Вот так вот. Все вроде. Вроде все. Да, у нас был вот такой вот базар, тут можно было собрать вот этих всех героев, тут железную волю даже давали, ну за максимум, как видите, херня. Фрею можно было собрать, но Фрею можно было собрать и вот здесь, я их позабирал, две Фреи, два повелителя бури, кучу камней, тут рунки давали, тут вот давали на прокачку, больше слизняки нужны на этом аккаунте, чем все остальное. Также мы забрали третий сотремки уже на аккаунте, мешочки, исцеление есть еще одно, уже три ложных выпада, еще один повелитель бури, пятая коробочка, две коробки таланта и 6 рун на прокачку. Окей, забираем это все. Вот так вот все выглядит. 66 тысяч кулаков нам дали еще бонусом. Исцеление, как видите, все оно есть. Арктика, осколки. Смотрите, сколько осколков дали. Ого, а за что? А, все, тут за донат, видите, еще давали дополнительно осколки. И, в принципе, мы неплохо так осколков еще нахватались. Герои. Короче, вот так вот. По максимуму все, что можно было, собрали. Я считаю, для такого аккаунта это очень большой плюс, особенно для начинающего. Так. Так. Забираем отсюда, еще один разруха, еще 5 камней, отлично. Так, еще один разруха, коробочка у нас дальше идет. Вот, есть возможность уже забирать, если у вас даже свыше нормы, то есть еще один плюс от обновы. Так, ну что, идем открывать все ништяки наши, что у нас накопилось. Самики. Неплохо тогда. 76 тысяч кулаков на прокачку хватит. Так, открываем. Камни. 45 смен. Так, это... Вот, блин, здесь больше коробок, чем на основе. Почему на основе мне это все не падает? С синими кристаллами. Так, так, так. Что у нас еще есть интересного? Это мы ролили героев. Так, такие коробки... 66 сундучков. Так, а ну-ка, у нас там... А, сейчас обнова, я сейчас не смогу посмотреть. Сейчас обновится. Или у нас дальше будет лабиринт добить и открыть коробки, посмотреть шанс какой будет. Так, третье. Так. Ну что, давайте вот это откроем. Здесь рибет падает. 70 осколков. Открываем. Сумочки с питомцами. Но тут уже, конечно, тут даже поярче, чем на нашем сервере дают именно донатных
Сейчас покажу вам. Так. Все, обновился базар. Сейчас посмотрим, что тут есть нового. Выставим яйца. Так, смотрим. Так. Это не менялось. Акция за покупку добавилась. Коробочка. Ну, тоже неплохая акция. За 1400 самую. Аж ничего себе. 30 книг дают. Это хорошо. Так, что у нас тут? Как обычно, неплохо. Неплохо за один самик. И за 600 три карты сразу на забытую. Жесть просто. Так, что тут у нас? Аугментация камень. Не хватает. КГшки. Две руны. И опять же, неплохо дают камней. Заберем однозначно. Все, забрали. Еще дополнительный бонус. Так. Идем посмотрим, какого уровня здесь вздышка у нас уже будет. 20, 21, 22, 23 даже. А на основе надо будет тоже посмотреть. Так, отлично. Смотрим, что у нас по акциям поменялось. Что у нас добавили. Так. Нету нового героя здесь. Просто нет. Так, это понятно все. А вот камень нас добавили сюда. На ковку рун. Интересно. Это интересно уже. Так. Теперь смотрим акции. Что-то китайцы реально не спешат. Выпустили обнову быстрее всех и не спешат просто. Так, есть у нас тут наш герой или нету? Так. Не вижу я его. Нету. Странно. Почему они его не добавляют? Не могу понять. Уже на всех серваках добавили, кроме Китайки, где должен быть в первую очередь. Как-то странно все. Ну, им видней. Так, сейчас сделаем перезаходик. Может, еще что-то обновится. Так. Зашли. Да, ничего не поменялось у нас, к сожалению. И по акциям тоже ничего не поменялось. Не знаю, почему так. Китайцам виднее. Так, ну что, идем посмотрим по героям. Сейчас кого-то прокачаем. Что у нас по ресурсам? Как всегда, кагашек не хватает. Накопилось немножко у нас кулачков. Кулачков. Идем смотрим. Так, это наша Афина. Топовая, Бигфут прокачанный. Прокачанные все такие жесткие. Так, тут огненка, воржи прокачанный, тыковка готова. Так, черепа. Тесса, дерево. Так, ренка. Давайте тут сделаем вот так вот. Есть, прокачали. Купидон. Так, это мы пока печать не будем. Малышник. Парлок. Тут у нас еще нуждается в прокачке. Так, тут понятно все. Вот с огненкой тоже мы его прокачаем. То есть мы его пока не используем, но он будет у нас уже прокачанным. Так, не понял. Я не захотел улучшать. Так. Есть, это задержка тут, как обычно. Так, тут пятерки, это все герои, которых мы не особо будем использовать. Так, шапка. Качаем. Однозначно прокачиваем.
Так, смотрим дальше. Со стойкостью. Давайте коробочки пооткрываем. У нас есть коробки. Вот так вот обновилось неплохо. Хотя мне не надо тратить, мне надо артефакты докачать. Вечно забываем. Так, смотрим. Идем поменяем талантики. У кого-то пооткрываем коробки. Есть 6 коробок. Так, поменять. Смена. Ну, поехали. Или давайте сначала попробуем так рольнуть. Может, какая-то пятерка выпадет. Так, где наш стрелок? Вот стрелок. На стрелке будем рылить. Ожог. Ну, такое себе четверочка. Надо будет уже заняться прокачкой героев на вторую эволюцию. Поднять немножко силы. Мы что-то вообще не качаем китайку. Так, ну, как-то вообще никак. Сейчас, надеюсь, коробочек нам нападает. Блин, о, бог войны. Вот так вот. Отлично. А кому ставить, неизвестно. Так, смотрим по героям. Кому неплохо было бы поставить бог войны. Так, так, не надо, не надо, не надо. Стрелок нет. Малышник уже есть. Варлок. Тут не надо. Тут есть. Так, 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 так. Бога грома прокачать, что ли? Так, шапка прокачана. Гаргула, что у нас стоит? У гаргула с богом войны однозначно качать не буду. Так, череп. Череп с богом. Так, такой вот Анубис. Франки Ремка стоит, Фрея, там другой талантик будет, Ремка, бог войны уже есть. Так, тут Бастион Ожог. Даже не знаю, ребят. Так, кто там у нас был? Так, разброс. Еще разок пройдемся. Гарпия, блин, ставим сюда. Ставим сюда, пусть пока будет здесь. 4-5 сразу следом выпало. Так, делаем опять смену. И стоит бог войны, рано или поздно все равно докачаем. Хотя и просветы хорошо, но... Ну что делать? Так, окей. Побежали обратно на стрелка нашего, на нем лучше всего падает. Не знаю, мне на нем просто везет выбивать какие-то топовые таланты. И Ремка. Вот так вот сразу Ремка, чем я и говорил. А Ремку нам тоже ставить некому уже практически. Тут у меня уже герои. Давайте поставим на Атланта пока сюда. Пусть будет с Ремкой. Так, следующий. Поехали рылить. Огненка. Ну, тоже интересный талант. Не хочется открывать вторых героев. Будем выбирать с того, что у нас уже есть. Так, 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 так. А с того, что у нас есть, особо тоже не выберешь. Давайте сюда поставим. Так. Поехали дальше. Вот это жесть. Это просто жесть. Опять Ремка. Опять Ремка. Давайте на ледяху поставим. Пусть на ледяхе уже будет Ремка тоже. Так. Так, 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 так. Отлично. Дальше смотрим. Поехали открывать дальше. Утекание. Утекание у меня уже всех, кому надо, стоит. Так, так, так. Даже на Химке, по-моему, здесь оно есть уже.
Да, есть. Так, ниндзик. Дед. Тут тоже особо, даже смерть уже с утеканием стоит. Разруха, смысла нет. Эя. На прокачку готовится, череп уже есть, это все есть. Давайте сюда вместо разброса поставим. Заменить, окей. Еще две коробки. Верс сразу меняем. Еще одно утекание. Ладно, оставим его на смене, пусть будет. Так, что у нас еще есть интересного? Смотрим. Так, книжечки остались. Камни. Так, мы вроде все пооткрывали, что надо было. Так. Так, все равно вот сундучки открываем. Открыть. Еще 150. Охренеть. 15 лямов. Супер просто. Ну, что я могу сказать? Здесь падает офигенно все. Так. Это у нас сеты остались. Карты. Карты я пока хочу оставить. Сделаю отдельный видос. Так, ну, в принципе, вроде все. Вроде как бы все. Вот такой вот был у нас, ребята, обзорчик аккаунта. Наши последние изменения. Что у нас изменилось, что мы прокачали. Будем дальше трешивать, прокачивать. Пишите, что вы хотите, чтобы я именно снимал по данному аккаунту. Там прокачки, там... Не знаю, пишите, что вы хотите видеть. Дальше будем уже решать. Все, пишите комменты, делайте репостики, ставьте лайки. Это была Китака, прокачка аккаунта донатного. Все, всем пока.